Телеканал КРТ представляє. В офісі президента визначили з представниками Донбасу тристоронній контактній групі. Колишніх мешканців регіону ввели до складу української делегації у тимчасову контактну групу. Донець представлятимуть блогер Денис Казанський та редактор сайту «Остров» Сергій Гармаш. А Луганськ – лікар Константин Ліпстер та юрист Вадим Горан. Усі вони переселенці. Зараз з нами на скайп-зв'язку Сергій Гармаш. Доброго вечора, пане Сергію. Яка ваша мета у новій для вас якості? Адже ви тепер представляєте інтересу Донбасу в тимчасовій контактній групі. Які для себе задачі бачите? Мої задачі чітко окреслені, да, текстом комплексу мер Мінських соглашень, де предусматривається обов'язкість України согласовувати некоторые решения по политическим вопросам с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Донецкая и Луганская области являются административными единицами Украины. Мы как переселенцы, кто-то вернется, кто-то нет, но у нас у всех там есть, извините, собственность, да, родственники, друзья, могилы родные. То есть мы будем принимать участие в тех выборах, которые мы должны вот как раз обсуждать и консультировать Украину по этому поводу. Жить в условиях того особого статуса, какой он будет, это тоже нам важно. Да? Поэтому вполне логично то, что Украина обсуждает эти вопросы с нами. И моя личная задача, я вижу, влиять на эти процессы и, скажем так, не позволять власти украинской переходить красные линии, так называемые. Вы уже встигли начать работу у политической подгруппе. Какие вопросы сейчас у политической подгруппе обговорюються? И чи є якийсь прогресс у перемовинах? Нет прогресса, да, как не было его 5 лет, собственно, я считаю. Поскольку я, то, что мое первое наблюдение, то, что у противоположной стороны, я имею в виду Россию, нет, собственно, политической воли и желания пока еще решить действительно проблему. Поэтому идет заговаривание проблемы. Представители ОРДЛО от России, которых вы назвали представителями Донбасса почему-то, потому что я тоже представитель Донбасса, и 1,5 миллиона людей тоже представитель Донбасса, которые вынуждены были уехать туда, оттуда по политическим мотивам. Я бы их назвал скорее представителями России, поскольку они, вы сами прекрасно, думаю, понимаете, не принимают самостоятельных решений, и у них нет экономики обеспечивать свою республику самостоятельно. Вот, они пытаются все свести, в частности, вот, по крайней мере, это было вчера, к тому, что нужно менять закон об особом статусе. Чи якось обговорювалося питання відкриття КПВВ? Ви знаєте, що поки що відкрили тільки з українського боку, щоправда, у найспекотніші години, з 11 до 14. Это не компетенция нашей группы, у нас политическая подгруппа. Ну, так случилось, вот буквально сейчас, почему я задержался. Я остался, сегодня заседание ТКГ непосредственно, вчера рабочие подгруппы заседали, сегодня ТКГ. Я остался специально, чтобы послушать, о чем будут говорить на гуманитарной подгруппе. И там как раз поднимался этот вопрос. И я могу сказать вам первым, кстати, говорю, еще никому даже на своем сайте не писал, о том, что в пятницу предполагается рассмотрение кабинета министров этого вопроса. И, скорее всего, как раз КПВВ, будет принято решение об открытии КПВВ весь световой день, то есть где-то с 6 до 9 вечера. Точно так же, скажем, будет сначала адаптивный карантин, то есть он будет зависеть в Донецкой и Луганской области от эпидемической ситуации. Проблема в том, что позиция ДНР, так называемой, заключается в том, что почему они сегодня не открыли. Они говорят, что нас не предупредили, хотя на сайте президента Украины висит это сообщение. И как они хотели, чтобы их предупредили, если Украина не признает их стороной конфликта. То есть это политическая манипуляция. Я закончу. Просто что они хотят? Они говорят, мы тоже будем выпускать всех, но впускать тех, кого выпустили, обратно. Четко по спискам. И тогда возникает ситуация. Там 380 тысяч людей, у которых, допустим, деньги лежат в счет банка, накопления. Пенсии и другие накопления. Если они сейчас поедут и захотят в этот же день вернуться, то представляете, какой коллапс будет гуманитарный на КПВВ? И что хотят, то есть, чтобы человек в один день туда выехал, кто-то успел составить списки, потом он по этим спискам вернулся и сидел 14 дней на обсервации. Это как бы нереалистичный сценарий. Но я могу сказать, как бы этот вопрос, во-первых, был поднят сегодня, а во-вторых, что Украина, кабинет министров в пятницу, скорее всего, примет решение, по крайней мере, намеренное, рассматривать этот вопрос о том, чтобы открыть все КПВВ, не два, как сейчас, а все КПВВ в полный световой день.
Скажіть, будь ласка, пане Сергію, за сьогодні питання обговорювалося, наприклад, припинення вогню чи обміну полонених, тобто ті, які хвилюють багато сімей і взагалі багато тисяч людей? Опять же, я представитель ОРДЛО, украинской делегации, в политической подгруппе. Вот то, о чем вы спрашиваете, я думаю, что это все поднималось, но это не моя подгруппа. Это подгруппа по безопасности и подгруппа гуманитарная. Поэтому я не могу сейчас отвечать за них. Гаразд, тоді вже політичне питання. Яка, пане Сергію, ваша особиста позиція щодо Мінських угод? Чи готова, на вашу думку, Україна виконати всі пункти документу за чергою, зокрема, щодо закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції? Смотрите, проблема Мінських соглашений в тому, що вони не предусматривают, в них не обозначена вторая сторона. То есть, если мы говорим, начиная с первого пункта, да, о прекращении огня, то понятно, что Украина должна... А кто вторая сторона? Мы считаем, что Россия говорит, нас там нет, вот республики, с ними разговаривать. А они, извините, не признаны даже самой Россией, мы не можем с ними разговаривать. Их нет де юре. Поэтому в этом большая проблема вообще Минских соглашений. Это раз. Но два, они так прописаны, что их можно очень широко трактовать. И смотря, что вы имеете в виду под особым статусом. Да? То есть там даются, да, конкретные пункты, там... Участие, например, местных органов власти, опять же, это должны быть легитимные органы власти, да, избранные законно, в назначении судей и прокуроров. Какое участие? Оно может быть консультативным, извините. Оно может быть непосредственным, прямым, то есть они сами назначают. Нужно оговаривать эти вопросы, и понятно, что они, это, ну, результат этих обсуждений должен быть реалистичным. То есть не может быть в рамках одной страны двух правоохранительных систем. Такого в мире нигде нет. Это, по-моему, очевидный вопрос. Як ви, пане Сергію, оцінюєте можливість проведення виборів в один той самий день в непідконтрольних районах Донбасу разом з місцевими виборами по всій Україні, тобто 26 жовтня? На вашу думку, за яких умов це взагалі можливо? Позиція України офіційна, ми постійно її озвучуємо, що це можливо, якщо к этому моменту Україна буде контролювати свою державну границю. Если к этому моменту с территории Донбасса будут выведены все незаконные вооруженные формирования, и туда войдут правоохранительные органы, которые смогут обеспечить безопасность нам, переселенцам, которые приедут туда для того, чтобы участвовать в этих выборах. Чому, на вашу думку, Украина не бажає долучити до переговорів у Мінську людей з непідконтрольних районів Донбасу? Не тих, хто є громадянами Росії, а мирних жителів з українськими паспортами. Адже ви все ж таки переселенець тут, в Києві, а протягом усіх років конфлікту ви знаходитеся в Києві. А я вам скажу, тому що там, извините мене, немає демократії і громадянського спільноти. Там люди за політичні взгляди садяться. Да? Ми кожен день читаємо сводки. Тому хто будуть ці люди? Насколько свободны они, насколько безопасно, в конце концов, им будет выражать свою позицию, если она не совпадет с позицией ДНР и ЛНР. Помните Стаса Асеева, он был всего лишь журналистом, да? Тем не менее, два года он просидел в изоляции за то, что писал то, что он видел, не занимая какой-то конкретной позиции. Поэтому, во-первых, это опасно для этих людей. Во-вторых, извините меня, Украина должна думать о своих гражданах, патриотически настроенных, в том числе тех, которые живут там. Она не может подвергать их такой опасности. А те, кто поддерживает Россию, и которые, скорее всего, приняли бы участие вот в такую роль, это проблема России. Это мы не должны работать на симпатиков России, скажем, или граждан России, поскольку все симпатики России сейчас граждане России. Это нелогично. Мы должны думать о тех, кто поддерживает Украину. И извините меня, опять же я говорю, я думаю, вы тоже не против того, чтобы переселенцы, как все люди, да, имели право жить на своей родине и вернуться в свой регион. А для этого... Там должны созданы быть условия безопасности их жизни. Вот этим мы должны заниматься и решать эту проблему. А имитировать какой-то народ Донбасса, извините меня, который, мы прекрасно понимаем, что политическое руководство этих территорий ничего не решает без санкций из Москвы. Зачем мне разговаривать с тапочками Путина? Дякую, пане Сергію. У нас зараз в студії знаходяться два політтехнолога, політологи. Це Андрій Золотарьов і Юрій Подорожній. Я хотів, зважаючи на те, що ви дійсно дали дуже багато ексклюзивної інформації, вперше прозвучало в українському ефірі. Чи є у вас запитання, пане Андрію? Ні, у мене питань немає. Будь ласка, пане Юрій. Ну, я теж хіба що наголосити на тому, чи вважаєте ви, що треба надавати якийсь юридичний статус для того, щоб якимось чином просувались переговори, власне, невизнаним республікам?
Однозначно нет, моя позиция ясна, уже 5 лет я об этом, 6 лет уже об этом говорю. С нами ведет войну Россия, на Донбассе лишь, скажем, один фрагмент проявления этой войны. Она наблюдается в информационном, политическом, дипломатическом, экономическом фронтах, уже теперь можно говорить. Да? Поэтому придавать какую-то субъектность так называемым республикам, которые не имеют этой субъектности на самом деле, это, во-первых, выводить Россию из-под санкций и за ответственность за то, что она сделала с этим регионом, за то, что она довела его до ручки во всех планах, экономически и демографически во всех планах. Как бы мы не собираемся. То есть зачем? Я еще раз повторю. Если мы начнем вести переговоры с теми, кто не решает ничего, мы просто будем тянуть время. За это время будут убивать там наших людей. Дякую. Пане Сергію, це буде не запитання від мене на завершення, просто як репліка. Я, напевно, так, як і ви, спілкуюся із тою стороною, ну, це згідно стандартів, журналістських стандартів, об'єктивної журналістики. І, власне, найбільше чого боїться населення там, в Донбасі і в Луганську, власне, різні, яку можуть вчинити, скажімо так, контрольовані спецслужбами українськими, так звані ультрарадикальні праві активісти. Коли їх там туди можуть пустити, а відповідно ті тимчасові збройні формування розпустити. Ну це в порядку репліки, я розумію, це питання для воно для історичне. Можна я відповім на цю репліку? Ми прекрасно розуміємо, що це просто невозможно, да? Тому що Україні придется за це відповідати і перед Росією, і перед лицом всього світу. Це, во-первых. Во-вторых, ми не наблюдали такої різні. Пол Донбаса було освобождено, да? І ні в Слов'янській, ні где там, в Маріуполі не було ніякої різні. В-третьих, я прекрасно понимаю, откуда такие настроения. Люди находятся под воздействием российской пропаганды уже 6 лет, которая вдалбливает им это целенаправленно. А в-четвертых, вы знаете, я вчера буквально общался и спрашивал тоже, действительно. Я не спрашивал не поэтому, я спрашивал, там военная истерия в последнее время была, мобилизация, там сдача крови. Я спрашивал, как люди относятся к этому. Мне сказали, нам уже все равно просто, мы просто хотим, чтобы это закончилось. Все равно в Россию или в Украину. Все равно будете отвоюете вы нас или как-то дипломатически это решится. Мы просто боимся замораживания вот той ситуации, которая сейчас. Мы хотим определенности, мы хотим жить в нормальном государстве, выезжать, скажем, в любую страну мира, как это происходит в Украине. То есть хуже всего, на мой взгляд, для людей неопределенность. Они хотят решения проблемы. І я вважаю, що дійсно цим потрібно займатися, потрібно вирішувати проблеми. Дякую, Сергію, за ексклюзивну інформацію. З нами на зв'язку був представник української делегації у тимчасовій контактній групі Сергій Гармаш.